эфире Иноульского телевидения итоговый выпуск новостей. В студии Альфред Валиахметов. Здравствуйте. Очередной час сельского главы прошел в администрации района 25 ноября. А в этот раз на беседу с главой администрации района Ильшатом Вазигатовым и представителями администрации был приглашен глава администрации сельского поселения Кармановский сельсовет Ильдар Султанов. Он рассказал о своем поселении, о том объеме работ, что выполнен за последние 2 года. Особо отметил, что реализован крупный проект «Замена водоснабжения в селе Карманово». Но также сообщил, что есть еще и ряд проблемных тем. Среди них водоснабжение в селе Кумово, состояние некоторых дорог в поселении. Ответил на возникшие вопросы со стороны представителей администрации, а также получил ответы на свои. Очередной час главы сельского поселения сегодня проведен. Мы ставим задачи, чтобы максимально короткие сроки со всеми переговорить. Поэтому, несмотря на загруженность понедельника, стараемся каждый понедельник в плановом порядке проводить час главы. Ну, вопросы, конечно, они неоднородные в каждом сельском поселении, разные. В частности, в Кармановском сельском поселении за последнюю пятилетку очень много проделано в части села Карманово по газификации, водоснабжение. Это огромный Даже люди, коллеги из других районов удивляются, когда говорим, в одном сельском населенном пункте мы на 80 миллионов проложили новый трубопровод внутри населенного пункта. Эта сумма впечатляет. Газопровод на почти 20 миллионов, буквально года 2 назад мы завершили. Сегодня идет подключение. Конечно, когда строишь коммуникации, подключаешь, вопросов нерешенных своевременно, их тоже много, но при тесном взаимодействии эти вопросы мы будем снимать. И Ильдар Фанитович молодой человек, он с 16 года работает главой, при этом возраст у него до 30 лет, перспективы хорошие, с населением общий язык находит, надеюсь, в дальнейшем наши принимаемые решения совместным таким обсуждением отработают на улучшение жизни наших селян в тех населенных пунктах, где они проживают. К этой форме общения мы же перешли буквально недавно, хотя мы с главами сельских поселений нет таких ограничений, там дневных, они в любой момент могут зайти, поговорить, но когда уже в присутствии всех заместителей, тех служб, которые им нужны, если мы обсуждаем и ставим задачи, эффект он будет, наверное. Мы же сегодня, насколько помню, 4-е сельское поселение, глава сельского поселения представил перед нами свои проблемы, раскрыл проблемы. И мы дальше мы выработаем поручения для того, чтобы ускорить решение. Особенно, как Ради Фарич говорит, застарелых проблем, которые не требуют больших денежных вложений, но где-то нашего внимания не хватало, где-то они не обозначали темы. Мы над ними будем работать. Но о большом эффекте говорить рано. В этот же день глава администрации района Ильшат Вазигатов встретился с застройщиками «Уралспецстрой», которые занимаются ремонтом Дворца молодежи. Его сопровождали его заместители Салават Гельмиев, Гаухар Мендиярова и начальник отдела по социальной и молодежной политике и спорту Альбина Саляхова. Кухня, место приготовки, отсюда вытащили раздача. Здесь делаем. Что будет? Что продавать? Я предполагаю блинные пока. Мне кажется, во-первых... По санитарным нормам все это потом, да? Да, если мы переделывать будем... ничего не надо, да? В принципе, мы соответствуем. Детям ориентироваться. Попкорным, да? Да, да. Вместе они осмотрели и фасад, и внутреннюю отделку помещения. Ознакомились с планами застройщиков и с тем, что уже выполнено. С ними мы нашли общий язык, да, они прислушиваются к нашему мнению, к нашим хотелкам, так скажем. У нас в кинотеатре появляется фудкорт, и разработали они для нас специально очень красивый дизайн, который будет сочетаться с залом кинотеатра. Кухня будет оборудована, и я думаю, что это будет для жителей города очень большим праздником, плюсом, да, и для детей. Именно мы хотим ориентироваться на детей, на семейный отдых.
И я думаю, что у нас это получится. Была произведена установка оборудования вот на заднем дворе. Это модное сейчас направление, как урбан футбол. И снаряжение для зарядки, подтягивания, то есть, для молодежи. Двор преобразился, насколько это видно. Вот были посажены кустарники интересные. Ну и еще впереди, конечно, в весенне-летний период мы будем добавлять уже своими силами какие-то дизайнерское решение применять и на улице. Все современные решения применяются у нас, и световое, и цветовое решение. Каждому нашему педагогу подобрана индивидуальная комната, то есть для психологов отдельная комната, для педагогов-организаторов. Хореографический зал вот стал у нас больше. Заместитель министра образования Республики Башкортостан Альфия Галиева побывала в Янауле 27 ноября. Причина ее посещения – проблема с вводом в эксплуатацию нового здания коррекционной школы. Формат встречи – совещание, куда пригласили представителей застройщика. Также в работе совещания приняли участие глава администрации района, его заместители, начальник управления образования, директор коррекционной школы, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работе. По последним данным, предыдущей встречи строители обещали сдать интернат и столовую уже в конце ноября. Но не все пошло по плану, и до сих пор воспитанники коррекционной школы находятся за городом. Отклонения от проекта до сих пор сохраняются. Какие сроки будут устранены требования Роспотребнадзора и какие документы будут нужны, чтобы дети по праву уже смогли заселиться в школу-интернат? Все эти вопросы и замечания были высказаны в адрес застройщика. В настоящее время в здании ведется чистовая отделка. Нужно решить вопросы с документацией и в кратчайшие сроки, желательно до Нового года, провести коллективу и воспитанникам коррекционной школы «Новоселье». Цель моего приезда – вопросы по строительству Янаульской коррекционной школы. Как вы знаете, Янаульское строительство Янаульской коррекционной школы-интерната вошло в список объектов к столетию Республики Башкортостан. И, конечно, вот сроки сдачи ввода в эксплуатацию данной коррекционной здания этой коррекционной школы обозначены концом этого года, это декабрь, и мы смотрим ход строительства, и вот сегодня мы посмотрели здание и часть, где интернат и столовая. В принципе, в основной части эти здания уже готовы к приему детей. В Янаульской коррекционной школе обучаются 177 обучающихся, и в список этих детей-сирот входят и дети-сироты. Коррекционная школа, она у нас, в ней обучаются у нас дети особенные, с особыми образовательными потребностями. И мы сегодня увидели, что, в принципе, здание и помещение готовы, на стадии готовности к приему детей, и здание само уже светится снаружи, вы все увидели, наверное, все очень красочно все, и очень просторное здание, светлые комнаты и теплые комнаты, что очень важно. Поэтому думаю, что строители нас не подведут, к декабрю все здания сдадут, и мы примем здесь наших обучающихся, и дети к Новому году войдут в свое новое жилье. И преподаватели, конечно, будут с новыми возможностями, в новых условиях будут работать, и у них будут новые цели и новые задачи и желание работать в таких более красочных и красивых условиях. Национальная научно-практическая конференция под названием «Актуальные проблемы воспитания и обучения детей в период детства» прошел в детском саду «Дельфин» 28 ноября. На конференции принимали участие не только янаульские воспитатели. Были приглашены также педагоги из соседних регионов и районов. Почетными гостями стали кандидат педагогических наук, заместитель председателя конференции Марина Черникова, начальник управления образования района Эльвира Шаихова и методист управления Ирина Бегунова. Сегодня для дошкольного сообщества нашего района очень волнительный, очень знаменательный день, потому что такая масштабная конференция проходит у нас первый раз
Хотелось бы, конечно, ее показать в разрезе всех дошкольных образовательных учреждений и города, и района, но поскольку она приурочена закрытию одной из инновационных площадок детского сада номер 15, она проходит на базе детского сада. Вообще, инновационная деятельность проходит красной нитью в работе дошкольных образовательных учреждений нашего района. На сегодняшний день у нас 7 площадок функционирует. На 4 площадки заключены новые договора. Да, ведь инновационная деятельность, она носит экспериментальный характер. Какая-то проблема выносится, над ней работают. Вот в течение 3 лет работали по этой проблеме детский сад номер 15. Они уже все плюсы и минусы своей работы учли, издали уже методические материалы, которые могут использовать все детские сады, кто пожелает работать по этой методике. Они уже авторы инновационной методики теперь. Сейчас они уже вполне могут ее вводить в свой образовательный процесс, но уже не в инновационном экспериментальном режиме, а уже в режиме обычной работы образовательного процесса. Площадки по разным темам работают, по разным программам. Здесь у нас и развитие физического воспитания, интеллектуальное воспитание, конвергентное мышление, и конструирование, и ПДД в 10-м садике, и внедрение новых инновационных программ и технологий в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений. Огромную работу, конечно же, проделал коллектив детского сада номер 15, готовясь к этой конференции. Заведующая детским садом Резида Тимиргалина ознакомила участников конференции с коллективом детского сада, рассказала про свои действующие информационные площадки. Марина Черникова в своем выступлении отметила, благодаря таким встречам воспитатели и педагоги получают информацию для личностного и профессионального роста. Подчеркнула, что именно такие конференции позволяют найти точки соприкосновения теории и практики. Но цель нашего приезда – это проведение научно-практической конференции. Она у нас проводится уже 4-й раз. И впервые мы приехали для ее провождения в город Янао, в прекрасный детский сад номер 15 «Дельфин». Я рада очень, что у нас приняли. Конференция проводится обычно с целью повышения квалификации педагогов, обмена их передовым педагогическим опытом, чтобы обменялись они теми знаниями, умениями, которые владеют для успешного развития, воспитания, обучения детей дошкольного возраста. Но пока у нас результаты первые, можно сказать, мастер-классы проходят совершенно оригинально, необычно. То есть детский сад показывает первые результаты или уже 3-летней давности результаты по реализации инновационных площадок. На базе этого детского сада мы уже открыли несколько инновационных площадок. И вот первые результаты мы можем сегодня увидеть. То есть педагоги могут взять на вооружение то, что наработано детским садом, и применять у себя уже на практике. Во второй части пленарного заседания планируется услышать о тех проблемах, наработках, которые есть и в других детских садах. К нам приехали много педагогов из других детских садов, городов Республики Башкортостан и не только. У нас представлены Куйда, Пермская область. Но кроме этого нам прислали статьи из регионов республики, других республик и Российской Федерации. То есть более 100 публикаций планируется издать по результатам данной конференции. Итоговые результаты, которые мы хотели бы по результатам конференции получить, это, конечно, тот навык, который они здесь получат, чтобы они приехали у себя загоревшимися новыми идеями. Потому что не секрет, что воспитатели устают, им некогда бывает заняться своим повышением квалификации. И вот когда мы выезжаем на такие конференции, мы зажигаем новые звездочки в рамках вот воспитателей, педагогического потенциала. Они смотрят, что другие детские сады начинают двигаться, развиваться. То есть создается вот эта конкурентоспособность, которая сейчас необходима для детских садов. Детей очень много рождается.
Сейчас вы видите, что в детских садах очень много детей. И те задачи, которые ставят перед нами Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования, хочется, чтобы они реализовались намного успешно. И вот такие встречи, они позволяют педагогам увидеть, что они не одни, что есть педагогические, научные работники, которые могут помочь, показать направление их развития, что, в чем-то помочь, где-то, может быть, научно-теоретические обоснования совершать ошибок, предупредить. То есть вот детский сад ко мне обратился с просьбой организовать площадки. Практически они хорошо подкованы. Но вот как правильно построить вот эту вот перспективу развития, очень трудно бывает. И мы вот пошли на встречу, мы с удовольствием всегда сотрудничаем со всеми детскими садами. Наш бирский филиал Башкирского государственного университета с удовольствием всегда сотрудничает со всеми образовательными организациями Республики Башкортостан. Здравствуйте, дорогие друзья! Я житель планеты Марс. По программе конференции участники смогли посмотреть разные мастер-классы. Эльвира Ахмадиева вместе со своими ребятками подготовили космический Лего-град, где мальчики и девочки удивили зрителей своими знаниями. Давайте идем, работаем с палками, покажем, как мы умеем с палками работать, да? Мастер-класс по скандинавской ходьбе показала инструктор по физической культуре Светлана Тимиргалиева. Она пригласила также гостей конференции принять участие в мастер-классе. Разминаем ножку. Носочек двигаем от себя. 4, 5, 6. Следующее упражнение. Давайте выполняем приседания. Палку для того, чтобы ее расставить. Когда мы приседаем, тянем ручки. Раз, три, семь. А когда встаем, палку ее вытягиваем. Шестидесятилетний юбилей торжественно отметил Татарский народный театр «Хаят» в культурно-досуговом центре 27 ноября. Поздравить и поддержать актеров пришли близкие, родные и просто почитатели талантов местных артистов. С праздником всех поздравила заместитель главы администрации Гаухар Мендиярова и вручила заслуженные награды самодеятельным актерам. Сегодня с уверенностью можно сказать, что театр наш живет, процветает. И мы этому очень рады. А это достигается путем наших активных, замечательных артистов самодеятельных. И, конечно, благодаря вам, янаульскому зрителю. Начальник управления культуры Ренат Ибрагимов тоже высоко отметил заслуги Народного театра. Один из первых в республике звание «Заслуженный коллектив народного творчества Республики Башкортостан». Это не все коллективы получили такое звание, вот он у нас один из первых. Большое спасибо за заслуги, конечно, Слава Сергеевича, наших артистов. Вот они такая огромная, как вы сегодня уже видели, огромная, дружная семья. У нашего театра есть свой гимн. Они вот в конце мероприятия, в конце юбилея обязательно его исполнят. Также вот Салават Салимович, он является не только руководителем Народного татарского театра «Хаят», также он руководитель детского образцового театра «Дебют». У нас есть будущее. В своем выступлении директор культурно-досугового центра Луиза Шибанова подчеркнула, что коллектив театра с каждым годом молодеет и получает большие надежды на будущее. И что все янаульцы гордятся Народным театром «Хаят». Украшением праздника стали выступления актеров, отрывки и спектакли. Oh,
Благотворительный концерт «От сердца к сердцу», посвященный Международному дню инвалидов, для воспитанников реабилитационного центра прошел в детской школе искусств 27 ноября. Учащиеся и преподаватели школы подготовили разнообразные концертные номера, среди которых были и вокальные выступления, и танцевальные композиции, и звучали различные музыкальные инструменты. Каждый выступающий постарался, чтобы благодаря их творчеству каждый из присутствующих получил светлые и положительные эмоции. Детская школа искусств активно принимает участие в мероприятиях, которые проходят в городе, в районе. И непосредственно вот в этом году мы решили провести в нашей школе искусств такое мероприятие. Мероприятие носит название «От сердца к сердцу». Мы, преподаватели и воспитанники детской школы искусств, подготовили концертные номера. Здесь были всевозможные инструменты, детки плясали, пели. И мы очень рады помочь, рады видеть этих детей. И надеюсь, что наши встречи не будут последними, и все это будет продолжаться. Чуть более года назад в нашем городе возник клуб художников-любителей «Феникс», где под руководством члена Союза художников России Рамили Фазлеевой желающие стали постигать изобразительное искусство. Результатом их творчества стало открытие выставки работ в здании станции юных техников 25 ноября. Здесь были представлены работы шестерых участниц клуба. В честь открытия прозвучали благодарственные слова как в адрес директора станции юных техников, предоставившего место для размещения картин, так и самому руководителю клуба. Авторы работ поделились своими впечатлениями и полученным за это время опытом. Выставка продлится до конца недели. Посетить ее может любой желающий. И мы этому событию очень рады. И надеюсь, это не первое и не последнее, как бы, да, мероприятие. И что будем, ну, радовать своим присутствием в городе, своими выставками, общением. И что, ну, выставка получилась интересная, красивая. И думаю, что все, кто посетят ее, не разочаруются. Очень светлая выставка, добрая выставка, одухотворенная выставка, красивая выставка. Она, ну, красит коридор, красит. Любая выставка помещение, ну, как бы, ну, улучшает атмосферу, среду, что ли, любого помещения. А тем более это детское учреждение, куда приходят творческие люди. Им это, ну, я считаю, необходимо для того, чтобы расти, стремиться к чему-то. Видеть, что творчество, оно по жизни.
оно не является кусочком жизни. Если ты начал чем-то заниматься, это значит будет сопровождать и в 10 лет, и в 20 лет, и в 50, и в 70. Если человек бросит, то все равно будет внутри какой-то, ну, осадок оставаться. Задача была, чтобы показать людям, что в любом возрасте можно начинать рисовать. И неважно, ну, насколько он способный или вообще считает себя неспособным, пока ты не начнешь что-то делать, ты не увидишь свои возможности. И только шаг за шагом, развиваясь, ты можешь каких-то вершин добиться. Потому что, ну, все равно вот это вот желание, в детстве все любят рисовать. У кого-то оно оседает, вот это желание, и как бы все время напоминает о себе. И поэтому эта выставка и для того, чтобы люди не боялись. Сели, садились и брали кисти, карандаши в руки, и занимались творчеством, получали огромное удовольствие от того, что они рисуют, и от того, что мир становится краше благодаря тому, что они больше начинают понимать, осмысливать что-то, видеть красоту во всем, в мелочах, крупном, там, ну, везде. И без этого это будет уже такая потребность, что без чего они не смогут. Таковы новости уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни, проведите их с пользой.